Всем привет, мои. Всем привет. Здорово, братва. Всем привет, мои уважаемые. Здорово, мальчики и девочки. Привет, братва. Вот и наступает. Привет, братва. Вот и подходит новый видеоролик. Всем здорово, мои. Всем привет, братва. Вот и новый видеоролик. A few moments later. Всем привет, братва. Вот и начинается новый видеоролик. Братва, а перед началом видеоролика я вас прошу поставить лайки, подписаться на канал, а также прожми колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну, естественно, ваши комментарии независимых экспертов по GTA 5 RP. Вот. Короче, у меня есть 10 тысяч доната. Я думаю покрутить голд кейсы, выбить что-то ценное из данной рулетки удачи или неудачи, как это можно назвать. Так, во, ну вот не докрутит, это всегда так было и будет. Вот. Второй раз, вторая прокрутка. Ну, как говорят, из 5, когда ты берешь X5, по-любому выпадает какая-то тачка. Пока тачка не выпала, но я надеюсь, выпадет что-то ценное, годное. Так, пока что падает валюта. Вообще, как бы, ну, X5 падали, Yamaha падали, Audi падали, Mustang падал. Падал гиперкар, но не падал Rolls-Royce. Bugatti не падал. Вот Lambo тоже не падала ни разу. Ну, кстати, вообще что-то даже ни одна машина не упала. Так, а почему 855? А, донат же падал. Кстати, вот еще вот это хочу крутануть. X5. Так, первый кейс. Вот сейчас вся манна потратится сюда, на эти кейсы. То есть выпадет какой-нибудь крутой броник, но не крутая тачка. А почему не Gucci? Ну вот сейчас вот этот Гуччи упадет, не, вот этот Страпс мне точно не нужен. Моментально от него избавляюсь. Во, ЛВ. Какое нафиг ЛВ? Вот опять перед Гуччами падает Страпсик. Такого же цвета, как и Гуччи был практически. Так, вот. Вот Суприм белый. Тоже по бороде. Так, продаем. Ну, удиви. А, ну, конечно, чему тут удивляться. Так, что мне там падало? А, зеленый Суприм. Да нафиг он тоже нужен. Так. Давай X2. Я надеюсь, рулеточка сегодня что-нибудь выдаст. Энне. Конечно же, нет. Хотя бы, ну, X5, там, Mercedes какой-нибудь. За 5000 доната было бы неплохо. Вот сразу замедлилось. Вот. Конечно же. Не выпадет тебе, Вячеслав, ни Bugatti, ни Кёнигсберг, ни вот эта вот машина. А выпадет тебе мотоцикл за 400 дп. Но все-таки я надеюсь, что мне что-то выпадет. Вот Rolls-Royce пролетел. Деньги. Так, наверное, надо вот в этот кейс залететь. X3 закрутить. Ну тут тоже, походу, борода конкретная. Вот это вот ни разу, вот как бы и ни разу, и хотелось бы ее выбить. Вот именно с сильвер кейса я бы хотел выбить либо лампу, либо вот эту тачку. Вот ты еблище-то раскатал, я хуй. Она стоит прилично, короче. Так, что у меня тут еще на 3 кейса? Потом голды пойду крутить. Вот это мне, кстати, тоже падало, вот пролетело.
Кому-то с первого кейса падают всякие пегаси там. А кому-то вообще годами не падает. Ну, давай что-нибудь. Блин, когда-нибудь упадет, и вот сколько времени уже прошло, мне ни разу еще сильвер кейса не упал X5 старый. Тогда он стоил что-то 20 тысяч доната, сейчас он уже стоит 15 тысяч доната. Так, ну это типа окупа. Вон желтенькая пролетела машинка. Это тоже типа окупа. Почти в нуле. Сейчас вот еще раз даст окуп с большим плюсом. Ну тут нету окупа. Так, давай 2. Донат поинты. Что-то я последнее время взялся за эти кейсы. Надо это отвязываться. Вот сейчас сентябрь, короче, мне надо будет там по-любому тачку забирать кейсов. Не с кейсов, а за колокольчики. Так. Продать. А чё получается? 24 число сегодня. Ну, как я кручу кейсы. Ну да, на следующей неделе возьму. Вот раз, два, три. 4. А, ну все, у меня там прям впритык, короче, все. Я даже без шмоток останусь. Придется вертов маленько подфармить, чтобы купить колокольчики и купить какие-то шмотки. Ну, естественно, если там будут хорошие тачки. Вот если же там, как говорится, будут тачки не соответствуют моим вкусам, я не буду ее брать. Ну, такого, думаю, не будет. Думаю, по-любому будет какая-нибудь крутая тачка, которую стоит забрать. Как вот в том году был Coil, Rolls-Royce Spectre. Ну, мне не понравился Spectre. Ну, как бы я бы его даже и взял. Чисто для коллекции там. Тачка как бы тоже нормально едет. Но их очень мало было. Точнее, их очень мало взяли. И за них сейчас такие цены лупят жесткие. Блин, ну что-нибудь-то выпадет сегодня. Алло. Дай хотя бы сраный Nissan 350Z или Камрюху. Что за дела-то, ё-моё? Какие донаты? Ой, какие верты? Давно пора уже расчехляться. Давай расчехляйся. Что такое-то, ё-моё? Какие випки? У меня есть випка. Давай какую-нибудь тачку хорошую. Что за байты? Алло. Рандом рулетка. Тачку дай. Это прям на жестком прям так пролетело. Чисто вот так вот, знаете, сжирает по одному кейсу. Типа один на тебе окупом, а второй мы сожрем. Когда же упадет мне второй гиперкар? Вот хотя бы вот этот мерз бы упал, ё-моё. Можно было бы дальше было покрутить. Ну вот всё к завершению. Вот она пролетела. У меня такая, кстати, падала. Вот хотя бы даже бы, вот этот бы, упал бы. А он не упал. Пофиг, один армор кейс. Страпс, по-любому. А, нет, желтый кейс. Ой, желтый броник. Желтый броник. Ну вот и все. Ничего не дало. 412 тысяч. Поеду в казик играть. Че ж тут поделаешь? Приехал я в проклятое место, где все портится настроение. Вот.
попробую. Мне всегда, кстати, везло с этих денег. Именно вот с этих. Которые с рулетки падали. Рулетки. Так. Пойдем. Попробуем. Кто-нибудь да выиграть. Было бы неплохо выиграть 10 миллионов. 10 мультов. Ну все, вот как обычно, падает всякое говно. Вот, так. 34 падало. Вот честно, даже не знаю, на что ставить. Вот так поставлю, вот так поставлю. И 670. 670 на... На тридцатку. Блин, а вот мысли были на 18 поставить. Вот. Ай, какая же ты. 4500. Так, 500 сюда. И по 2000. 34. 18. И вот так вот, короче, поставлю. Сейчас. Единицу даст. 26 хотя бы, пожалуйста. Понятно. Радио.